Вот я вернусь все-таки к тому, что вы сказали «мы». Кто мы книжку написал? Да, вы знаете, идея была на друга нашей семьи, Мария Воробьева. Она живет в Нижнем Новгороде. Она поклонница мамы, всегда была всю жизнь. Она с нами познакомилась, как-то вышла на нас, приехала в Москву, у нее здесь есть друзья, она филолог по образованию, и предложила мне такую идею. То есть про маму ни разу ничего никогда не писали, предлагали ей, я знаю точно, но мама всегда отказывалась. А здесь вот так вот она предложила, и поскольку, ну, к сожалению, мама уже не дала, не имела возможности давать как бы полной информации о своей жизни, вот, мы и с ней беседовали, но она, это Мария, она сделала самое главное дело, она... Нашла все мамины интервью, записи на телевидении, на радио, какие-то вот беседы. И вот на основе этого получился материал такой даже биографический. То есть, начиная с детских лет, я ей помогала, конечно, что-то. Фотографии архивные наши, семейные. Так что получилась очень хорошая книга «Из первых уст». Она называется. Она есть в продаже, поэтому, если кто хочет, может приобрести. А сейчас готовится очень хороший новый научный материал уже, да, про маму. Так, научный? Именно научный, да, это потрясающая абсолютно женщина, которая занимается творчеством моей мамы непосредственно, Юлия Анохина, вот сейчас она готовит такой материал. А к тому же мы еще готовим альбом, мне просто хотелось бы, чтобы мамины, я уже говорила тоже об этом не раз, чтобы вот именно мамин образ такой и в кино, и в жизни, чтобы он сохранился вот в фотографиях, чтобы люди могли взять этот альбом и посмотреть, и что-то вспомнить. Все-таки получилось у нас про Маргариту Серегову. Да, странно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».